Надо вернуться. Свихнулся? Я тоже люблю шумные перестрелки. Но мы же оттуда едва выбрались. А как же Гамора? Это был ее выбор. И ты готов бросить ее? И Ники? А будь это Грут, и его бы ты бросил? Я есть Грут. Не говори так, речь вообще не об этом. Да ладно. Мы команда или где? Своих в команде не бросают. Скажи, это гигантский хвост ее армии роботов и зомбированных сектантов, что едва не пришили нас всех! Гамора? Это же... Да. Как ты выбралась? Неважно. Не вышло. Рейкер жив. Пока еще. Надо вернуться. Мы же не бросим Ники одну. Он ее в такое превратит. Завела свою шарманку. Знаем, приемный папаша, трудное детство. Жуть! Ракета! Что, это правда? И прикинь, ты не одна в жизни горя хлебнула. Это не значит, что мы мечтаем самоубиться. Потому что некий маньяк-псевдопоп решил сюрприз поманьячить. Если мы вернемся туда, нам крышка. Крышечка! Крышка! Я выбираю честную смерть, а не бесчестие. Какая муха ее укусила? Я есть Грут. Итак, сматываемся отсюда? Не спеши. Сперва попробуем связаться с Космо. Я есть Грут. План класс, но он не отвечает по паспорту. Ну а что нам остается? Мы без связи. Ну, вообще-то связь может и есть. Оказалось, там все не так хреново, как я было решил. Правда? Грут до него достучится. Да-да. Убивашки сегодня особенно боевое настроение. Дракс, ты в порядке? Я размышляю об этом. Я тебя понимаю. После этой истории с Ники и обманным обещанием, мы видели, как наши близкие умирают второй раз. Моя семья не просто умерла. Их убил Танос. Хотя я не хочу это обсуждать. Будь у нас хоть капля ума, мы бы этих кретинов церковь... Кыш, кыш, подвинься. На что смотришь? Ну нет, я запрещаю тебе жевать мой корабль. Мой корабль. Уйди. Ишь ты, видать, нравятся ей эти кнопки. Кстати, для чего они? Панель экстренного открытия дверей. А как же ты не знаешь, это ж твой корабль. Эй, я похож на инженера. Нет. Нам с Квиллом незачем мириться. Я есть Грут. Но если он наконец возьмется за ум и уведет Милана как можно дальше от церковников, будем считать, мы в расчете. Питер, нам нужно... Гамора, привет. Это... медаль, которой наградили Карел? Да. Забрал из ее кабинета. Собирался отдать ей при встрече, но... Никто не мог знать, что Карел погибнет. И что Ники станет матриархом. И что она, возможно, моя дочь. Это тоже. Она завалит меня вопросами, я даже не знаю, с чего начать. Как вы с мамой познакомились, почему ты нас бросил? Я хоть желанный ребенок? Иду по стопам отца. Ну, если хочешь, потренируйся на мне.
Кое-что я Нике уже рассказал. Но не все. Ну а как тут подобрать слова? Слышь, мы с твоей мамой того, возможно, я твой папа. Лучше не так. Это была война. Мы с опустошителями грабили линии снабжения Читаури, ну, пиратствовали. Мы думали о выживании, больше ни о чем. И уж точно не о детях. Да я Карел встретил, потому что Читаури подбирались к земле. Меркурий, да, я помню. Ричард Райдер построил форпост на поверхности планеты. Да, маленький форпост со смешным арсеналом и горсткой бойцов, у которого не было ни шанса выстоять против внезапного нападения Читаури. Я должен был что-то предпринять. Думаю, Ники бы поняла. Они чуть не погибли. К тому времени, как я убедил Йонду, форпост уже пал. Мы думали, что опоздали. И вдруг из пещер выходит Карел с отрядом. Она была такая... крутая. Из ее бойцов выжили все соки, но она не желала сдавать Меркурий без боя. Вот это похоже на Карел, какой я ее помню. Я убеждал Йонду остаться и помочь им отбить форпост. Но умирать за идею он не хотел. Так что остался я. Мы вместе строили планы. Иногда до глубокой ночи. У нас ушло 3 дня, чтобы подготовить контратаку. Да и то рискованную. Мы думали, что погибнем. Но не погибли. Да, не погибли. И теперь я должен как-то объяснить своей дочке, что ее мать умерла. Карел не сказала мне про Ники. У нее был шанс 3 года назад, но она молчала. А что тогда было? Обещай не судить меня слишком строго. Обещать не могу. Я люблю осуждать. Ладно. Карел застукала меня с похищенной 12-летней девочкой. Да, понятно, почему она не упомянула Ники. Все было не так. Это не я ее похитил, а Йонду. Я говорил, это неправильно, нужно ее вернуть, но он не уступил. Тогда я угнал Милана и повез ее к родителям, и вот тут-то Карел меня и перехватила. Угу. Слушай. Когда война закончилась, мы пошли каждый своим путем. Я вернулся к опустошителям, Карел вступила в корпус. У нас с ней не было будущего. Когда она поймала меня с ребенком, я увидел ее разочарование и осознал, что должен порвать с прошлым. Пусть даже придется сдать Йонду. Это из-за тебя Йонду попал на килн? Так вот почему за тебя назначили награду. Он, наверное, был в ярости. Да, но я ни о чем не жалею. Только вот Карел давно могла бы рассказать мне про Ники, а она молчала. Если бы я знал, может... Самое главное, теперь ты знаешь. Да. Короче, пока не вернем Ники, есть заботы поважнее. Это подождет. Да. Но когда дойдет до этого разговора, просто будь с ней честен. Остальное приложится. Да. Наверное, ты права. Эй, ракета! Есть минутка. Ну-ка посмотрим, что тут у нас. Эй, звездный лодырь, может, хоть теперь ты будешь меня ценить? Целая рука. 10% мы его победили. И остальные 90% нам лучше не трогать. Конечно, я рад покопаться в этом чуде техники, но больше к сектантам я приближаться не собираюсь. Thank you.
Я это растение уже где-то видел. Грут его забвение принес. Ух ты, сколько завитков! И это растение? Где Грут такое откопал? Здесь сказано, что 14 лет назад коллекционер заявил о краже Грута. О, привет! Ракета, Грут! Чё, как? По какому праву ты копаешься в вещах Грута? Я есть Грут. Зря не возражаешь. Эй, ребят! Грут, я не хотел к тебе вторгаться, серьезно. Я бы ни за что. Просто мне любопытно, откуда взялся этот доклад. Да, этот доклад, чтобы ты знал, будет в Груте массу болезненных воспоминаний. Так держать. Я есть Грут. А вот и нет. Коллекционер держал тебя в клетке, как... какого-то зверя. Будто мало тебе уничтоженной планеты. Я есть Грут. Ладно. Говорит, задавай свои дурацкие вопросы. Что случилось с твоей планетой? Я есть Грут. Мне ты не говорил. Я есть Грут. Что он сказал? Читаури взорвали его планету экспериментальной мегабомбой. С ума сойти. Какой ужас. Я есть Грут. Это еще не все, Квилл. Грут говорит, после взрыва планеты Икс другие ветвистые миры мобилизовались, но читаури были сильнее, их тоже уничтожили. Я есть Грут. Насколько он знает, он последний из рода. О, Грут. Бедняга. Не знаю, что бы я делал, будь я последним из людей. Я есть Грут. Говорит, все не так плохо. Ведь есть мы. Как ты вообще попал в лапы к коллекционеру? Как еще? Он его украл. Я есть Грут. Ладно, рассказывай. Я есть Грут. Говорит, в начале войны коллекционер нашел его среди обломков его планеты. Обалдеть. Но лишь кусочек, щепку. Остальное погибло вместе со всеми. Одну щепку? Ты что, не можешь умереть? Я есть Грут. Умереть может, но не умрет. Я этого не допущу. Пересажу хоть миллион раз, если нужно. А как коллекционер тебя нашел? Я есть Грут. Его спящего подобрал дрон-разведчик. Видимо, старина Тиван всегда в поиске новых образцов. Я есть Грут. Рабство не назовешь спасением. Я есть Грут. Он настаивает, что тот его спас. Посадил его сначала в катку, а потом в клетку. Я его выкрал, о чем и речь в докладе. Его Грута еще ищут? За ним не охотится коллекционер? Ты видишь тут кумпологоловых? Ну ладно. Мы мало общаемся, Грут. По очевидным причинам. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Прошлое не изменишь, но я попробую сделать будущее лучше. Я есть Грут. Говорит, он знает и ценит. Как думаешь? Эй, чувак, ты как? Занят. Да брось. Кроме нас тут никого нет. Мы оба с тобой насмотрелись всякого в этом обещании. Я в порядке. Меня обещаниями какой-то там синей девчонки не проймешь. Ладно. Но что ты видел? Может, Лилу? Неважно. Я сразу понял, что это все брехня.
Осторожно. Привет, Гамора. Уходи, Питер. Да ладно. Я просто хотел... Ты же столько тогда наговорила. Может, поговорим? Не хочу разговоров. Ладно. Тогда не говорю. Буду петь. Что? Who the hunter, who the game. I feel the beat, call your name. Ну же, подпевай мне. I hold you close in victory. I don't want to tame your animal style. You won't be caged in the call of the wild. Но вместе! Shooting at the walls of... Shooting at the walls of heartache. Bang, bang. I am the warrior. I am the warrior. And heart to heart to win. Вот видишь, без разговоров. Ладно, против этой я устоять не могу. Чего ты хотел? Не хочешь рассказать, как оторвала руку Рейкеру? Не о чем говорить. Ты отрубила ему руку. И это все. Он по-прежнему там, с Ники, манипулирует ею, лжет ей и раздает эти обещания. Заставляет всех думать... Их нельзя вернуть. Кого ты видела? В обещании. Подозреваю, что не Таноса. Никого. Ничего, это обман. И его нужно остановить. Точно. Мы сделаем это. Просто постарайся не разрубить Милана пополам. Отойди. У Грута, небось, приятный, звучный голос. Да что с ней вообще? Мы должны вернуться! Мы герои! Но всему же есть предел. Скорее бы выбраться. Есть там кто? Дракс! Ты в порядке? Открой! Питер Квилл! Мы ждем тебя в рубке. У тебя же был отчет для пса. Возможно, я все запишу. Дракс. Виноват. Я освобожу уборную через пару тактов. Стоп. Это моя зубная щетка? Ну, а ты как? Нормально? Уверен? Мы же там такого повидали. Я есть Крут. Возможно, я неподходящий собеседник.
Но вам с ракетой точно нужно это обсудить? Рад, что вы друг другу помогаете. Береги себя. Я есть Крут. Ну что там? Я есть Крут. Страж Галактик. Космо, друг, куда пропал? Тебе не дозвониться. Прости, Петр Квилл. У Космо связаны лапы. На забвение прибыла Церковь Вселенской Истины. Что? Как ты там? Пока что жив. Космо предупредили вовремя. Но Кару пришлось отключить предосторожность. Ну и денек, да? Эта вылазка чуть не стоила нам жизни. Вернемся, расскажем. Нет. Это дело не по зубам Космо. Стражу Галактик нужно лететь на Ксандр. Просить у мира сознания помощи. Космо не в силах пробиться. Стражу Галактик необходимо. Космо, в чем дело? Что такое? Я есть Крут. Так вот они, трусы, оборочившие леди Хеллбендер. А, ну да. И кто в мять такой? Как правило, я не вступаю в разговоры с низшими формами жизни. Но мой контракт с леди Хеллбендер позволяет это сделать. Так вот что, убожество. Обращайся ко мне согласно званию. Я капитан Слава, лидер Смертельного Легиона. Так уж и смертельного. Скорее, сопливого. Нас окружили. Слушайте, я знаю, леди Хеллбендер злится на нас, но сейчас момент неподходящий. Ты думал, она прекратит охоту, потому что вам повезло выскользнуть из рук кровных братьев на забвении? Да. Да ты такой же кретин, как они. Леди Хеллбендер шлет привет, пресловутые Стражи Галактики. Вы будете уничтожены. Нет, это вы будете уничтожены. Уел его? Ладно, прорвемся. Может быть. Огонь из всех орудий. Эти отбросы не стоят того. Найди нам нормальный канал, а? Эти гады его залочили! Предавайтесь спать. Предсмертные крики станут доказательством вашей жизни. Телеса! Парни, тут не смертельный легион. То, что за нашими головами охотятся, это ведь признак известности, да? Не знаю, что мы получим с истреблением капитана Хвостажу и его Хвостажуйного легиона. Где Дракс разрушитель? Я должен взять мечи. Не знаю его. Эти корабли не удается быстро уничтожить. Эта проблема решаема. Они появляться не вовремя. На мой взгляд, мы вовремя. Остался один смертельный долдон. Он стоит всех вас. Что за бред ты несешь? Мы толпу ваших подбили. Ну и кто тут низшая форма жизни? Отступайте и подходите с другой стороны. На радаре сигнал. Что? Придется разобраться с вами лично. Вы подбили истребители, но мой крейсер вас уничтожил. Это все? И этим ты хвалился? О чем ты? Нет, нет, он... Ну, наверное, он удобный. Если
смейся надо мной! Попробуй по мишени! Неплохо заехали! Бей выпускные каналы! Это точно не сработает! Спасибо! Значит, точно сработает! Леди Череп умеет заявиться не вовремя! Она здесь? Больно? Страшно! Нет, ни капельки! Ты это за себя говори! На нас уже будто вся галактика зуб точит! Половина, так точно! Нам явно нужно подправить имя! Кремень! Очищай канал! Он уже напоминает мне ракету! Это лингвистическая компетенция! Мне кажется, этим уродам пофиг, что галактика гибнет. Они же наемники. И мы наемники. Вот именно. И мы хотели переложить проблему на других. Ты там в порядке, Кэт? Не уклоняйся. Убей их уже! Это искусство! Квилл учит самую опасную женщину в галактике, как надо убивать! Что-то плохо ты заботишься о корабле! Точно! Как все кончится, надо в мойку зарулить! Тогда ты залатаешь все дыры! Не сбавляй огонь! Прямиком в канал! Этот парень меня бесит! Он нас в клочья разносит! Интересно, сколько им платят за то, чтобы нас убить? Разбьют! Интересно, сколько им платят за то, чтобы нас убить? Неудачно попали! Забудьте пока что о леди Хеллбендер. Сейчас нам надо попасть на Ксандр. Жми! Да уж, стричку нужен тюнинг. Сначала бы добраться до станции. Я не дам ведроголовым копаться в моем. Ого! Кто знал, что в космосе бывают пробки? Я не видела столько кораблей у Ксандра с начала Галактической войны. Включай эфир, Грут. Узнаем, что происходит. Я есть Грут. Вынуждены генерации. Батареи на исходе. Мне нужен доступ к устройствам. Связь на челюсти. Вот где жилище. Это корабли из обратившихся миров. Беженцы. Нам срочно нужна стыковка. Пожалуйста, ответьте. Грут, вырубай. Я не вижу спасательных челноков. Помощи не будет? Нет, 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 нет. Корпус снова кучка самодовольных пижонов. Но спасать — это их работа. На хвоста они тогда нужны. Не шуми, ракета. Звякнем на станцию и попросим соединить с миросознанием. Грут. Да,
Добро пожаловать в штаб-квартиру корпуса Нова. Для продолжения коммуникации выберите язык. Понимаю, но теперь мы сможем следить за всеми ошибками Звезданутова. Цель вашего обращения. Надо сообщить о намерениях Рейкера. А в мятское миросознание о них еще не знают. Благодарим за информацию. Однако в свете приближающегося конца света предотвращение преступлений не актуально. Мы в курсе ситуации, но не имеем возможности ею заняться. Надо рассказать им об обещании. Точно! Ведь все остальные корабли тут молчат, как партизаны. Да! В связи с приближающимся коллапсом цивилизации мы не принимаем в работу новые дела. Предлагаю список личного состава. Миросознание там должно значиться. Думаешь, явка с повинной привлечет их внимание? Нет. Подключаемся к банковскому сервису. Невероятно, сработало. Спаржа Галактики. Как понять вас? Эй, миросознание, 100 лет, 100 зим. Это я. Питер Квилл, Звездный Лорд. И мы, это, Стражи Галактики. Документ имеется. Помоги нам. Оплатить штраф? Нет. Нет, разумеется. Надо спасать Галактику. Галактику уже не спасти, Питер Квилл. Что? Массовый психоз. Обещания. Сметает системы, обращая всех на своем пути. Менее чем за 3 цикла. Оно разрослось из команды одного лишь фрегата во множество форпостов, миров и систем. Пракси 9, Ригель 3. 75,222% галактики Андромеды утрачены. А про контраксию она ни слова не сказала. Они, а не она. Миросознание — это коллективный ум. Слушай, мы знаем, кто в этом замешан. Мы сами видели, как действует обещание. Мы скинем вам инфу, а вы остановите это. Кажется, мы все объяснили. Остановить церковь вселенской истины невозможно. Они — это коллектив. Оно машина. Да, и во мне железки имеются, но не вздумай называть меня оно. Слушайте, мы же сбежали с корабля церкви. Сведений столько, что вы их легко утихомирите. Едва ли вы можете сообщить нам что-то новое. Вообще, я знаю пару вещей, о которых не знает суперкомпьютер. Например? Ну, скажем, как правильно гладить шиарианскую боевую птицу. Как ты вообще выжил? Я просто знаю, где погладить. Да? Что ж, я знаю, где купить крякнутые шлемы корпуса Нова так дешево, что даже не смешно. Что? Они явно ни сном, ни духом. Они бы это пресекли. Дело в том, что мы видели это, испытали это, побороли обещания, и, может быть, наш опыт поможет вам прижать их к стенке. Это возможно. Мы упустили из виду важность индивидуального опыта и воспоминаний в наших архивах. Круто. Давайте объединимся. Но при этом, учитывая размытые параметры данного запроса, реализацию протокола поиска считаем неразумной. Что ж, прошу извинить нас. Церковь Вселенской Истины бросила свои силы в эту область космоса. Крайне важно ретироваться до их появления. Вы убегаете? А с беженцами что будет? Вы их что, без защиты оставите? Основная директива — сбережение ксандерианской культуры. Остальное не так важно. Вы свою-то планету видели? Плачет горькими слезами вся ваша культура. Культура — это не просто имя. Вы лидер корпуса Нова. Ваш долг — защищать эту галактику. В корне неверно. А вы не лидер ведроголовых? Мы не обязаны защищать галактику. Мы блюдем порядок с целью предотвращения потенциальных угроз. Сами себе служите. Побочный продукт нашей основной директивы. Офицеры по всей галактике жертвуют жизнью ради вас. И вы не рискнете вмешаться ради них. Риск чрезмерен. Эта жертва будет напрасной.
по неясной причине, церковь накапливает ресурсы. Ее влияние не вмещает ни одна вероятностная модель. Так обновите модели. Едва ли мы подгоним вычисления под абсурдный источник силы противника. Вы про энергию веры? Черпать энергию из веры нелогично. Мы не сумеем вычислить сценарий борьбы с чем-то несуществующим. То есть дадите церкви победить? Тому, что невозможно вычислить, нельзя противостоять. Большинство разумных существ не имеет возможности просчитать риски перед боем. В этом их беда. Ха! Дракс, дубина та еще, а всех побеждает. Оба утверждения спорные. Я есть тут. Ой, да брось, ты не дум. Мы видим, что вы недовольны нашим решением отбыть. Но ваш эмоциональный настрой для нас не в приоритете. Мы принимали решение рассмотреть все прочие возможные варианты. Подробный поиск в банке данных выявил лишь одну сущность, способную остановить их. Что это? Ничто. Кто? Атом Уорлок, исконный золотой бог церкви. К сожалению, он погиб. В последний год галактической войны. Блеск. Значит, дело швах. Похвально. Вы пришли к тому же заключению, что и мы. Похоже, приготовления к путешествию почти завершены. Прощайте, стражи галактики. Нет, стойте! Как же это в духе Нова. Не помогли тогда, и сейчас не помогут. Я есть Грут. Что? Издеваешься? Грот сказал, на горячей линии так и висят в ожидании штрафа. Ладно, давайте с этим покончим. Подтвердить платеж. А, что? Вселенная вот-вот накроется, а ты спускаешь наши деньги на штраф? Слушай, друг, церковь скоро явится по нашей душе. Если сработает трекер, нам конец. Ладно, зато вопрос решен. Делаем ноги. Питер, пошло движение. Они улетают. Квилл! Квилл! Я вижу! Шмагов сын! Они принимают обещания. Надо прыгать, Квилл. Я знаю. Обещание матриарха сбывается. Питер! Сперва оторвемся немного. Давай, давай. И вперед! Под хвост! Шоу! Ты что, вмять натворил? Я не знаю. Почему мы встали? Сопливый легион мог задеть нас при нападении. Я есть Грут? Ребят. Это вопрос времени. Вся галактика примет обещание. Сакралия у нас на хвосте, а мы с вами застряли здесь. Ребят. И как мы это сделаем? Ты же видишь, ничего не пахнет. Ребят. Обещание нужно принять добровольно. О, да. А без двигателя нам крышка. Все ребят, равно. Ребят. Хватит. Перестаньте спорить. Я мыслей своих не слышу. Ракета, чини двигатель. А как я тебе это сделаю? Я не могу запустить диагностику. Плевать. Просто чини. Вмять. А нам что прикажешь? Не знаю. Ясно? Думаешь, я ответы рожаю каждые 2 секунды?
Ладно. Нет. Только... не сейчас, я не могу. Как я устал. Ну их, корпус снова. Не надо было на них вообще рассчитывать. Дракс, я... не хочу разговаривать. Понимаю. Мы все малость выдохлись. Ты попробуй отдохнуть, что ли. А вот и наш великий лидер. Эй. Снова орать будешь? Что? Нет. Мне сейчас не до разговоров. Ты тост свой забыла. Давай, детка. Кыш, кыш. Какого... вот как ты пробралась. К черту. И постель воняет. Класс. У нас свой корабль, и это наша каюта. Места маловато. Какой у тебя? У меня? Причесон. Что это? Что? Что происходит? Ты это... и я? Вставай. Говорящий енот ждет. Тебя все ждут. Ракета, да, он там. Исправлял какую-то поломку. Слушай, если мы типа известный космический герой, тогда почему убегаем от противника? Все так сложно. Все просто. Хватит уже бегать. Кстати, мы сели. Надо просто сказать ей правду. Мой отец и этого не смог. А снаружи мне что нужно делать? Искать что-то, поднимать? Грот хотел дать тебе поспать. Прикинь? Сколько я проспал? Достаточно. Всю дорогу до карантинной зоны. Стой.
А почему мы здесь? Квилл, ты хочешь починить корабль или нет? Мой корабль. Да, твой корабль. Давай, все уже снаружи. Скажи, как будешь готов. Погоди минутку. У тебя была куча минуток. Сон не считается. Что я творю? Эта щетка уже по рукам пошла. Фиг вам, мозговые паразиты. Правда, ракета? Тебе не странно снова возвращаться... Сосредоточься на происходящем, Квилл. Что было, то было. Сейчас спасем корабль. И не только его. Решаем проблемы по мере поступления. А кто корабль сюда привел? Я! Без спроса! Эй, я спросил, ты мне ответил! I'll take you to the stars, I'll show you who we are, we're space riders with no name. Потом ты заснул обратно. И ты решил, что это да? Вообще-то да. Так какой у нас план? Хватаем все, что попадется? Нет, не все. Нам нужен катокатализатор второго уровня с валиковой ручкой. Чего? Все уже снаружи? Да, нас ждут. Давайте поосторожнее. Есть! Пошли! Гляньте, кто глаза продрал. Грызун распоряжался, пока ты спал. Да-да, знаю. А ты не спешил. Что? Ники? Откуда ты взялась здесь? Ты обещал вытащить меня отсюда. Я помню, но... Ники! Держитесь от этой штуки подальше! Я и без тебя знаю! Чай! Уродливое чудище!
Питер Квилл! Питер Квилл!